10431, да. Як хлопчики грали? Добре? Добре. Народовий краще, ліпше, ніж у Києві. Ну, поляки за Дніпро болеють. Ось у нас весь сектор в одну пісню заряджають. Всі болели, які сіли, все в одну пісню. Такой єдиний порив. Все в красному. Хорош, бежать, открывай! Поболи, если не получится. Как медленно, как медленно! Хорош, Гил! Джек! На бой! Телефон? Хорош, Джек! Еще надо резать! Номер 3, желтая карточка, Епаму. Мяч подайте, пожалуйста. За игрой вообще не следит. Кто побежал? А сейчас не окипаю. Ровно, блин, соль не было. Учишь, как стара баба. Жень, просто, Жень. Жень, просто на сохранение, Жень. Там как бы 23-й не маленький. Нет? Давай, давай, хотя бы иди сюда. Смена. Давайте, 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 давайте. Слышь, ты убежал. Не будем попадать в ворот. Будет. Дил, не надо. Дил, садись ниже, Дил. Дил. Выходи, давай. Ну, брама это народ. Я так понял. Вот требует пенальти. Найлепший пилкар дружины. Найлепший брама. Вот тут.
Я читал польский. Поля! Давай, набирай, 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 пока месит. Вить, поворачивайся. Куда? Куда? Дим, толпу не надо. Давай, Стас,
А, ну, мне Пася вчера повторил, что у мамы инсульт, что он там ездит часто по больницам. А. То есть это не сейчас, да? Ну, я ж не знаю. Да. Ну, до 8. Смотря как можешь, там грозы, там плюнул, ударил еще. Ну, видишь, это вот Гринеевка, скажем так, если бы он хотел... Сюда идти, на это. Видишь, мы нужны арбитризу, и мы его видим. А после Гринеевка мы это тут заходим. Дима, на дальнюю, Дима! Касание. А мне Пася сказал, что вот этот президент клуба, который вышел незаявленный, вот он сказал. Стас, иди вот туда, к штангу вообще. Вадик, да пойди ты на этот район, он тебе нужен. А что, у вас там оплата 200 гривен? Ну, значит, не надо было мне, наверное, Пате звонить. А то получится, что еще, знаешь, как я ему позвонил, Димон, по моменту, он там, типа, кошечки жалуются, типа того, что такое, знаешь. Да, да. Бежать, Димон. Ой. Ну, представители незаконно, типа, Пася говорит, что и тот сказал, что там мата не было. А говорю, а как, они что, рядом, говорю, стояли с игроком и с арбитром, рядом стояли? Им на дальнюю, Дим. Вот. Не, я думаю, что это еще хуже, да, я понял. Зачем, Паша, зачем? Ты так, кто-то мне сказал, я на эмоциях ему напихал Пасе. Миша. Миша. Дим, не путайся. Ну так вот, вот так вот как Пася отменяет. Все. Ну, поверь мне, через месяц будут судить. Через месяц машины начнут палить. А через 3 месяца, уже перед тем, как карточку кому-то показать, ты должен будешь у капитана команды разрешения спросить, а можно ли показать? Да, да. Бежать! Или давайте проголосуем, да, или в рамок. Хорош. Там, накрывайте их там! Ключи, ты засовываешь, оно так печатает. А Букрей хотел, да? Быстрее, папа! Ну, то, что я в магазине видел, это не как меньше моей ладошки. А эти гораздо больше моей ладошки. Ну, хорошие такие. Можешь не пропечатать, если тебя остановят. Не высоко, чуть-чуть. Ну, может. Даже если у тебя есть, но ты не пробежишь. Вот так стоим. То, что я взял, это не наш кота, нормально получилось. Я говорю, что просто там магазин, вот мы от вокзала шли, там слева какой-то магазин был от вокзала. Пошли, вот кто последний завезли, ну там нет. А вот тут магазин, где я был, ну ты попросил. Там хорошая, там такая крупная, она мне ее достала, у них на витрине не было. Давай, поджимай. Ну все, давай, да. А, да. Ну что там, Рио? Проиграл 4-2. Сначала сломался. Все, на свое. Потом все, Лоха, лево, забирай! И Чеханова, Леша, который третий на команде. И вообще, да. И Рио, полевой ворот. Полевой ворот. Тут забивает его. Стало результатом.
Два забили, Ляшек кричит. Они поплыли. Да, Саша, Они поплыли. Мы ни хера не поплыли. Потом хлоп-хлоп. Четыре них измена. Ну, блядь, не принять, не отдать. Поплыли, блядь. Утонули, блядь. Не просто поплыли. Поплыли под водой. Пять раз узнать поворот. Вань, поменяйся на своем. Это ты, Вань. Доха, ты. Долго очень. Касание нужно давать по-своему. Ванька, помнишь, я не надо передачу. Вот первый раз что-то получилось. Касанием по-своему давать, тогда не будут перехватывать. Бегай, этот, Андрюк. Давай, с ударом там, с ударом! Миша, блядь, что ты за Буратино, Миша? Дим, меня. Дим, давай. Я ж помню, что пятый номер должен был. 513. Надо славить. Ребят, давайте смену. Хорошо, Жень. Последнего играть, да? Женя, справа это. Ванька, ты уже не взять, ребят. Ты слева. Вань, ты. Вен, ты последнее попросил. Мамаш, давай ты по моменту. Витя, нужен кофе. Саша, хватит сразу! Хорош, Вань, брат. Почему? Я уже 5 дня уже неправильно.
говорит, их не будет. Да нет. Есть место? Здесь, Вись! В этот, Макс! Ребят, пятером, разберитесь. Миша последний. Дэн, ты в середине. Дэн, ты в середине. Антон право. Антон право. На приводе. На приводе. На приводе. Дальше на дальше, Витя. Приводе отводим машину. Как и кальций. Мне интересно, а еще не били окна там, нет? Моя шо, а я виноват. На моей спине головы были.
Мяч, пожалуйста.